Жильцы 26-го дома в 12-м микрорайоне 3 недели назад пребывали в приподнятом настроении. Они завороженно смотрели на то, как во дворе шустро орудует экскаваторщик, а рабочие демонтируют старые бордюры. Людям, которые более 20 лет ждали ремонта двора, не верилось, что этот день наконец настал. Но не прошло и 20 дней, как их надежды начали рушиться. Выяснилось, что подрядчики не собираются расширять дорогу во дворе и строить парковочную площадку для автомобилей. С нашим мнением никто не считается. Но я считаю, что мы, жильцы, прожившие здесь столько времени, наверное, лучше знаем свой двор и что нам лучше. А мы хотим, чтобы расширили. Потом проход, чтобы к детским к оградке, вот к детской площадке дорожки были. Чтобы расширили, машину можно было проехать, асфальт. Это все лежит в грязи постоянно. Подрядчики во дворе расчистили определенную территорию. Вывезли оттуда 8 грузовиков грунта. Уложили бутовый камень. Мы поняли, что нам хотят сделать небольшую парковку. Обрадовались. А потом они вдруг собрали этот бутовый камень и утрамбовали землю. Говорят, никакой парковки не будет. У нас узкая дорога. Двум машинам не разъехаться. Скорая проехать не может, когда вызываем. У жильцов минимум 200 машин. Где их парковать? Кармашков нет у нас. Почему нам не сделали его? Жильцы возмущены, что ремонт двора обернулся крахом их надежд и ограничивается, по сути, обновлением бордюров. Безусловно, он еще включает укладку асфальтобитумной смеси. Но имеющаяся дорога за 22 года особо не пострадала. Лишь местами есть редкие ямки. Так почему бы не заделать только выбоины, а оставшейся смесью залить новое место, которое они присмотрели для парковки, говорят люди. Но в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог отмечают – не положено. В рамках ремонта дворов расширение дорог или строительство парковок не предусмотрено. Дополнительно новые карманы, либо реконструкция парковочных карманов не предусмотрена. Насчет 26-го дома хотелось бы отметить, что там предусмотрено расширение проезжей части в пределах радиуса. Также идет устройство парковочных карманов, то есть существующих карманов. Где-то, если произошли расширения для парковочных карманов, это были проведены работы со стороны подрядчика для складирования инертных материалов. Всего этим летом в городе планируется отремонтировать 120 дворов. На эти цели выделено 400 миллионов тенге. В акимате отмечают, что ремонт дворовых территорий возобновили спустя 3 года. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».